Но перед началом этого видеоролика я вам хочу взять и посоветовать свой телеграм-канал, куда вы сможете зайти и скачать APK-файл обновленной игры HeyDayPop, поэтому вступайте. Также здесь будет раздача и много всего интересного, поэтому ссылочка на телеграм будет в описании, ну а также здесь будет информация о новых роликах самая-самая первая. Не хотите пропускать ролики, также вступайте и сможете их не пропускать. Но переходим к просмотру моего нового видеоролика, но ссылка будет в описании под данным роликом. Всем привет, ребята, с вами я, Владокс, и сегодня будет новый видосик по игре под названием HeyDayPop. Очень давно не записывал, поэтому ставьте ваши лайки, пишите комментарии, ну и также это уже обновленная версия данной игры. Поэтому с вас максимальная актива. Ну что ж, погнали! Итак, мы с вами в игре, и я после прошлого ролика купил себе еще помидорок, вот, и особо больше ничего не делал. А также попкорн получили, смотрите, блин, халявный попкорн, это круто, да. А вот, и дальше у нас, в принципе, ничего такого больше и нет. Так, у нас в игре вышло обновление, вот, и мы с вами посмотрим, что добавили. Добавили вроде бы новый Battle Pass, да, который я уже чуть начал играть, но не прошел, как видите, да. Вот, новый Battle Pass, где мы с вами откроем, кстати, сундучок. И также, в принципе, больше ничего нету, наверное, кроме... ну да, тут тоже, в принципе, ничего такого нет. Вот, но мы с вами это все проверим. Конечно, я хочу купить себе свинюшку, блин. Свинюшка, мне кажется, самое-самое крутое, бекон еще дает, класс. Вот, поэтому давайте с вами берем и залетаем сразу в каточку. Возьмем попкорн обязательно и нажимаем play. У нас есть попкорн сразу, прям моментально, и мы с вами начинаем сразу... Я только что просрал еще один, блин, вы видели, что только что могло было быть, а? Я взял и просрал... Опа, 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 смотрите, что будет. Комбо полетело, и бам-бам-бам-бам, и это изи левел, что ли, или что? Хотя нет, нет, не очень изи, не очень изи, но возможно, что-то сможем с вами сделать. Вот, давай, оп. Хорошо. Смогли что-то сделать, и мы с вами выиграли. Я, честно, этот уровень вне ролика не мог пройти долго, но наконец-то мы с вами его прошли. Получаем 3 звезды халявных, кстати, прям вообще изи было, спасибо. И идем с вами дальше, потому что мы с вами не медлим, и нам надо победы. Уже появился какое-то молоко, какое-то появилось. Что это, блин, вообще такое? Какое-то молоко. Вот. Кто до сих пор играет в данную игру, пишите об этом обязательно в комментарии. Мне интересно, кто еще играет, кому уже она надоела, да, и кто вообще не начинал играть, тоже пишите. А, я понял, что он делает, окей, тогда понятно, в принципе, ничего такого. Вот, ничего такого сверхсложного нету. Так, окей, окей и окей, все, изи собрали, далее, а мы с ним берем, это тоже собираем. И как мне быть дальше, скажите мне, пожалуйста. Не хватит, да, ходов? Да, не хватит. Угу. Но тут у меня уже выхода не было. Поэтому идем еще раз. И надо сейчас быть немножечко поумнее. Вот это мне нравится. Попкорн, это очень круто. Вот, я думаю, вы знаете, да? Потому что попкорн, это реально имба. Тем более, когда их два, смотрите, оп. И сейчас будет прям мега, смотрите, ба-ба-ба-ба-бам. И сразу куча молока к нам полетела. Вот, также мы тут берем это все, собираем, молоко собираем, берем с вами бахалку и проходим. Все, в принципе, также прошли довольно-таки изи и получаем Daily Gift. Daily Gift, это очень даже неплохо, вот, поэтому с вами берем и давайте будем его забирать. Нажимаем коллект, коробочка выпала, сердечки, попкорн, молоточек и, в принципе, больше ничего такого не выпало. Окей, окей, почему бы нет, Battle Pass у нас у меня нету, и, кстати, у нас тут сколько осталось, буквально осталось 6, да, звезд до нашего уровня Battle Pass, поэтому нажимаем сюда и нажимаем play. Так, это какой-то портал или что это, что, а, это не портал, получается в траве, да, блок? Капец, блин, а как? А как мне это проходить? Окей, окей, интересно. Интересно, что это будет, как это будет работать, вот. Сейчас мы с вами это все проверим. Берем с вами, получаем награды, и сейчас мы с вами рыванем вот так вот, бабам. А вот это все у нас полетело, но тентишку не взорвало, поэтому не очень полетело на самом-то деле, вот. И бум-бум-бум-бум-бум. Надо еще, получается, нам теперь собирать траву, да? Блоки травы. Ну да, Майнкрафт, конечно. Вот, мы это опустили, мы это получаем сами тентишку и взрываем. В принципе, все, прошли и получили еще одну, да, то есть получили 2 звезды. Ну, в принципе, 2 звезды неплохо, поэтому окей, тоже забираем, но нам надо еще больше, надо кучу звезд, для того, чтобы мы с вами могли что-то с этим уже делать. Так, молоко, опять-таки молоко, блин, почему теперь ни одно молоко попадается, я не хочу молоко мне не нравится. Вот, но мы с вами сейчас посмотрим, попкорн, смотрите, я думал, что уже его просрал, но нет, не просрал, попкорн юзаем, и попкорн полетел. Бам, хорошо, попкорн бахаем опять, да, и надо его с чем-то бахнуть. Вот так вот, наверное, будет сейчас топово, смотрите, оп-оп-оп-оп, и комбо полетело. Все у нас с вами взрывается, отлично, и это все к нам приходит на баланс.
А, так, что нам дальше надо сделать? Так, бу-бу-бу-бум. Блин, и как мне сейчас пройти? Нет. Мне надо собрать здесь, как бы, зеленое собрали. Бахаем с вами так. Далее мне надо собрать... Блин. И как? Хорошо, допустим, собрал. И дальше у меня как бы тут тупик. У меня дальше тупик, потому что я не могу здесь ничего сделать. Это мне уже ничего не дает, да. Я немножечко протупил, поэтому пробуем еще раз. Но я пытался. Так, бахаем с вами здесь. И пока мы с вами это все разваливаем. Вот, так. Хорошо. Красный я пока не собрал, потому что мне это не надо. Вот сейчас мы их собираем и получаем с вами еще вот так. Бам, хорошо. Так, что мне еще сделать? Хорошо, бахнем с вами так. И бум-бум-бум-бум-бум. Сейчас будет проблемно немножечко, потому что вы видите, что происходит. И я не знаю, который мне проходить вообще, потому что сейчас реально будет проблемно. Ладно, хорошо, но мы с вами пробуем что-то делать в итоге, да? Но надо больше. Давай, оп. И как? Не хватает ходов, вообще не хватает ходов, блин. Вообще не хватает, и как? Осталось сколько жизней? Осталось 5 жизней, кстати, что-то очень много, не? Ну ладно. Они нам вроде бы же выпали, да? Они же нам выпали, точно. Думаю, откуда у меня столько жизней? Они мне выпали, поэтому у нас с вами шанс сегодня пройти этот уровень есть довольно-таки большой. Вот, но опять-таки, как игра себя поведет, потому что я не знаю. Это все чисто, вот можно сказать, рандом. Так, бахаем. Получаем еще один. Делаем с вами комбо, потому что комбо это важно. Вот, и да, оп. Так. И что делаем с вами дальше? У нас с вами пока здесь ничего нет, поэтому мы с вами опускаем и получаем еще вот так. Бахаем с вами, хорошо. Такс. И мне, скорее всего, сейчас опять не хватит, потому что, видите, что происходит. Не хватает ходов. Блин, вот как? Как прийти? Надо кучу бонусов активировать, а у меня почему-то бонусы не выпадают никак. Поэтому я сейчас точно не знаю, как мне это сделать, вот. И тупо не могу ничего, блин, придумать. Но, допустим, вот бонус раз. Мы его бахаем. Получаем с вами молоко. Бахаем здесь, да? Вот, получаем с вами еще молока. Бахаем с вами тинтишку, потому что тинтишка это круто. Вот, бахнули. Хорошо. Вниз идем вот так вот. Оп, отлично, да? И вот пока, вот вроде бы в самом начале получается неплохо, но потом получается какая-то билиберда по итогу, да? Вот, сейчас очень много мы с вами получили халявных вот этих вот штук. Мы берем, активируем вот это комбо, да? И, ну, довольно-таки, кстати, много я собрал сейчас, да, с помощью этого комбо. Поэтому, в принципе, что-то даже, наверное, можно сделать. Вот, но опять-таки, как это, блин, повезет просто. Потому что это рандом. А вот это интересно, бахаем комбо. И комбо, пожалуйста, давай. Пожалуйста, я хочу выиграть. Я хочу наконец-то выиграть, поэтому, пожалуйста, дайте мне выиграть. Попкорн получаем. И попкорн, давай. Пожалуйста. Так, раз, два, все, прошел, блин. Фух, еле как прошел. Так, отлично, мы это все забираем. Плюс 3, и буквально еще надо одну звездочку. Одна звезда, и мы сами сможем эту штуку себе забрать. Вот, так, что мы с вами делаем? Все, уйди, молодец. Далее мы с вами берем, делаем вот так вот, и как бы... Прикольно получили. Вот, но ходы-то у меня заканчиваются, можешь улететь, шарик, спасибо, да, улетай отсюда. Вот, улетай, шарик. И как мне сейчас шарик... Прикольно, а как мне шарик этот убрать отсюда? Хороший вопрос, честно. Так, вот так мы с вами это делаем. Хорошо, и шарик убирайся, раз, шарик убрали. Это собираем все, и теперь, пожалуйста, давай, оп. Ага. И я эту штуку не сломал, а, соответственно, мне не хватает. Ну, почему несправедлива такая жизнь, я не понимаю. Мне надо просто надо взять сейчас и на изи прям выиграть, вот, чтобы было все прям суперски. Поэтому, пожалуйста, собирайся. Так, окей, собирайся. Собирайся, и мне сейчас будет сложновато опять-таки. Вот, так, мы это бахаем, чтобы чисто так нормально, тоже собрали, хорошо, то есть шарик не обязательно именно собирать, его можно вообще просто забрать по итогу, вот, но надо именно использовать для этого какую-нибудь
на какую-нибудь эту дополнительную штуку. Вот. У меня, конечно, есть бонусы, вот, поэтому можешь мне написать, почему ты их не используешь, блин, я знаю, что они есть. Я хочу оставить их для какого-то суперсложного уровня. Вот. Ну, допустим, сейчас я могу взять вот так вот, бам, и как бы и шарик вылетел. Вот. Но я же дурачок, и как бы я не придумал наперед. У меня нет жизни. Что я только что сделал? Я только что думал оставить реально на что-нибудь сложное, да? Бахнул, а по итогу не заметил еще один шарик. Прикольно, прикольно, конечно. Я молодец, я думаю, вы это знаете, да? Поэтому как бы меня и смотрите, потому что, ну, я дурачок, реально, сделал немножечко не то. Но я думаю, мы сейчас с вами возьмем и как бы растащим по-любому. По-любому растащим, потому что должны. Поэтому мы с вами цветок собираем, получаем эту штуку, собираем, получаем, 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 получаем. Хорошо. И нам сейчас главное... блин, а мне сейчас 5, скорее всего, не хватит, да? Мне сейчас, скорее всего, не хватит, потому что... Так, хорошо, 2 улетели. А вот здесь мы с вами берем попкорн. А, так, юзаем попкорн. Попкорн, блин, надо было связки юзать с чем-то. И опять как бы у меня не хватает. Ай-яй-яй, как мне пройти? Как мне пройти этот уровень? Я реально стоплюсь на каком-то одном уровне и не могу его потом очень-очень долго пройти. Это весь я, да, вот. А потом после ролика, кстати, очень быстро его прохожу, то есть... Угу. Такое бывает реально очень-очень часто. Конечно, жалко, что такое бывает, но все-таки такое бывает. И с этим ничего не поделать, потому что игра так сделана. Так, собираем, 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 и шарик улетел. Далее нужно еще один собрать, поэтому мы с вами берем его, вот так ломаем и вот так бахаем. Все, собрал. Дальше, мне надо сейчас взять и зеленых сложить. Вот, зеленые сложили, бахаем с вами вот так вот. Красивенько, и как бы, что мне делать? Что мне теперь делать? Бам-бам-бам-бам-бам, шарик мы с вами собираем по итогу. Цветок собираем, это собираем, и, блин, и опять мне не хватает тупо одного. Тупо одного мне сейчас опять не хватит. Как мне это получить? Как мне это получить? Бум-бум-бум-бум-бум, и что, у меня вообще нет ходов, как? То есть, блин, напишите в комментарии, как вы прошли уровни. Вот реально, пишите в комментарии, как вы их проходите. Вот, и у меня как бы жизни закончились. Прикольно, не хватило буквально одной звезды. Алло, алло, что за дела, я не понял. Тупо одной звезды не хватило до бонуса. Алло, ну, можно выберу и нажму play еще. Спасибо. Спасибо. Очень круто сыграли, но у меня есть монетки, и мы с вами можем что-нибудь купить, как раз-таки под конец ролика. Ролики до не уходили, поэтому хоть что-то должно выйти. Но я обязательно приду в следующем ролике, до следующего ролика, да, либо же в следующем. Вот, и мы с вами пойдем дальше продвигаться. Вот, и давайте с вами купим новое. Вот это вот появилось, у нас с вами декорация, да. Вот, мы его поставим куда-нибудь сюда, потом с вами, естественно, будем все менять, но пока чисто так, чтобы было. Вот, также что у нас с вами еще есть? У нас с вами еще есть гномик. Давайте его также поставим куда-нибудь, я не знаю куда. Вообще без разницы, можем кому-то сюда его поставить? Давайте поставим, почему бы и нет, лол. Окей. И 30 монеток мы уже с вами ничего купить не можем, да? Да, ничего уже купить не можем, но уровень мы с вами довольно-таки слабо прокачали, вот. Но да ладно. Ну что ж, думаю, на этом все. Вот такой был ролик. Давно не записывал данную игру, и вот решил записать, поэтому пишите, как вам хэдэй поп. А если нам нравится, то будут выходить новые ролики, их будет много. Просто с вас главное это актива, ваши лайки, просмотры, подписки, комментарии и все-все-все. Ну а также тыкайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Новый ролик будет еще интереснее этого по-любому, потому что в этом ролике я тупо застопорился, поэтому такое бывает. А вот. Ну с вами был я, Владокс, всем пока. Пока.